Меня зовут Стас, и я приветствую всех на канале Чок-Чок. А сегодня мы в гостях у нашего друга Саши Дружинина. Всем привет, дорогие друзья. Канал «Да, охотник». И находимся, друзья, мы сегодня на полигоне номер один, который находится в Сокуре. Это 70 километров от центра Новосибирска. Здесь можно пострелять с гладкого ружья на круглом стенде. Площадка скит, скажем так. А также можно пострелять с нарезного на дистанции 50 метров, 100 метров и галерея 150 метров. Скоро будет и 300 метров. Так что, друзья, здесь можно заниматься практической стрельбой. То есть каждый стрелок и охотник найдет, чем здесь заняться. Поэтому, друзья, номер телефона Александра в описании. Звоните, скажите, что от меня, от Александра Дружинина, получите скидку. И помните, то, что стрелять надо в специально отведенных местах. А полигон номер один и является именно таким местом. Поэтому звоним, записываемся, стреляем. Не нарушаем законы, друзья. Ну, собственно, теперь перейдем к сути данного ролика. Погнали! Так, ребята, сейчас отстреливаем Beretta OptimaChoke High Performance, устройство Super Long, система Hunter, 4 кольца на стабилизаторе. Стрелять будем Сибирь 24 грамма, 7,5 дробь. Для тех, кто занимается трап, спортинг, покажем вам кучность боя на 15 метров и на 35 метров. Стрелять будем Армсан Фенома, Beretta Optima HP Сверловка. Но. Вот, ну, давайте... На 15 пойдем начнем, на 15. Да? Давай я здесь на 35 стрельну, давай. Потом ты на 15. Давай. Просто ружье прям новое, и нам обоим охота с него стрельнуть прям как. Я в правую тогда. Давай. Ну, ну и так вот, друзья, у нас тут отмечена дистанция 15 метров. Сидеть. Стреляем в левую. Так, ребят, ну давайте, я тут просто плохо вижу, я потом там еще дорисую. Да, сейчас подложку надо сделать, потому Нет, давай подложку сделаем, потому что они не видят. А. Сейчас сделаем одну еще одну и продолжим. Смотрите, на 15 метров выстрел 24 грамма 7,5, напоминаю. То есть тут у нас... В центре аж до дыр там все это пробито. Там ничего было, там прям их много. То есть надо понимать, что здесь выстрел идет максимум 25 сантиметров, это вот, максимум. Вот он и есть, то есть в пыль любая тарелка будет просто. Но это надо еще попасть, ну, да. Уметь. Ну, то есть по летящей тарелке, как бы это надо попасть. Я бы не пошел на перепел с этим устройством. То есть если вы трап стреляете, то суперлонг на второй выстрел, на верхний ствол, будет кому-то хорошо, кому-то даже чересчур кучно. То есть я создавал линейку каким образом? Там у нас настройки трап, это нижний ствол клос 0,4, там примерно плюс-минус будет, я еще посчитаю. Вот. Верхний ствол лонг 0,75, там, ну там плюс-минус незначительный будет, поэтому можно говорить, что 0,4, 0,75. И либо будет настройки трапа 0,55, и 0,9, то есть нижний ствол 0,55, верхний 0,9, либо 0,55, 0,75. Короче, там посмотрите еще по отстрелам. Так, давай сейчас вот это прилепим. Там просто был свет, друзья, и много чего было не видно, поэтому... Вот. То есть это 35 метров. Надо понимать, что вся дробь с патрона 24 грамма пришлась в лист 80 на 80, да. А даже вот тут я бы сказал в 70 круг, вот так вот если взять, да, тут вот по центру 70, ну, сантиметров, вот оно, ну, то есть вот она вся. Надо понимать, что это вот устройство достойное вот именно профессиональных стрелков. Если вы даже стреляете, к примеру, спортинг, то я вам говорю, такая кучность боя, она способна на даже дистанции 35-40 метров легко дымить тарелки. Легко вообще. Они прям будут дымиться 100%. Так, ну продолжим, тут все понятно. Да, да. Так, стреляем. Пятерка, тройка, фетеровская, 32 грамма. Пятерку в левую мишень. И тройка фетеровская, правую мишень. 32 грамма в контейнере, оба боеприпаса.
вся дробь, какая была в патроне, прилетела. Прилетела она вот в такой вот пучок. Ну, я считаю, суперлонг, он прям вся как суперлонга отрабатывает прям на 100%. Ну, прям кучно, да. То есть нас... 35 метров и по контейнерный боеприпас. Я думаю, что и БК он будет не особо шире стрелять. Но я считаю, что вот кучнее его делать это не стоит. Мне кажется, с ним охотиться не мне получится. Мне кажется, на этом стоит остановиться. Для понимания, суть в чем? Все конуса мы делаем так, чтобы более крупные дроби стреляли кучнее, чем более мелкие. Это всегда по охоте универсально заходит. Поэтому пятерка у нас вот такую ширину боя имеет. И если вы посмотрите на тройку, то вы просто, ну, я не знаю вообще, в кого таким боем стрелять. Тут 60 сантиметров. Да, кучнее смысла делать это устройство нет. 60 сантиметров, тройка 32 грамма, все 100% дробин пришли вот в такой вот круг с небольшими, вот, получается, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ну, по сути, вот 7 этих хвостиков, да, то есть 7 лучей. Ну, по большому счету, 120 конкретно дробин. Они пришли вот в формат боя. И я вам, друзья, если вот здесь по центру, куда я стрелял, нарисую гуся или зайца, ну, фарш. Ну. Даже на 35 метров супер лонг, он просто фарш выгонит. То есть вот это устройство угонного зайца еще пойдет стрелять, и то, если вот так вот в него прилетит. Ну и то от там 30 до 30 нет смысла даже стрелять. Да от порежет 30. На куски сразу. Да, конечно. Порежет. То есть это надо. И заметьте, что на наших системах вам нет необходимости покупать дорогие ружья. Вы можете купить там недорогие АТА, Армсаны, Импалы. И у вас на наших имплантах, ну, то есть вы сэкономите, допустим, Беретта А400 сейчас стоит там экстрим тот же самый, там 440-450 тысяч рублей. Вернее, 340-350 тысяч рублей. А это оружие мы купили за 40 тысяч новое в магазине. 40 тысяч мы отдали. Ну, что-то просто... 49, если быть точным. Нет. Да. Да? Оно было 55 со скидкой на 49. Ну... А, ну ладно, пусть, ну, я просто, ну, там это плюс-минус, да. Я помню, 40 вроде. А, это Импалу мы за 40 Импалу забрали. Импалу за 40 забрали. Все. Вот, получается, Армсан мы забрали за 49 тысяч в магазине новым. То есть это в 7 раз дешевле оружие, чем Беретта А400 Extreme Plus. И оно стреляет на имплантах на наших лучше, чем ваш А400 Extreme Plus на штатных чоках. Просто попробуйте, отстреляйте свой А400 Extreme Plus на штатных чоках, и я 100% вам говорю, что такого боя вы не получите. Только на подобранном боеприпасе, если сами релоудите, возможно, близко к этому что-то вы найдете. Но это с головником и дорого. Проще, да, дешевое, да, да, ружье, там нормальное дульное устройство и любой, да, патрон. Да, проще вот взял за полтинничек оружие, вкинулся двадцаточку, там взял... Это, ну, там, если у вас 20, там нету ружья. 20-25 тысяч. А если у вас уже есть, да, ружье, то просто приобретаете дульное устройство, и оно стреляет. И вон, все, как, и, ну, вот оно прямо, получаете весь самый необходимый, лучший бой. Поднебесье будут все падать. Стреляем дальше. Погнали. Не забывайте подписываться к нам на Boosty, на платный контент. 500 рублей в месяц, не космические деньги. Все видео у вас будут доступны. На Boosty мы, в принципе, обсуждаем вообще все вопросы глобально по баллистике сыпучих снарядов. Как подписаться на Boosty? В конце ролика вы можете посмотреть, просто досмотрите до конца, и там в конце будет как раз рекомендация, как подписаться на Boosty. Так, работаем. 35 метров, единичка, 36 грамм в контейнере фетеровская. И 35 грамм, это Сибирь, азот Сибирь, 35 грамм, 0. Ну, давайте с единички сначала начнем. Ну, опять же, хочу сказать, что вы, главное, учитывайте кучность боя, то есть этого устройства, все 100% на мишени, центр боя, вот он, и следует понимать, что это дробь номер один.
То есть это нужно очень хорошо стрелять, чтобы с такой кучностью боя попадать. То есть это суперлонг, Беретта оптимачок, high performance сверловка. И на обычном турецком оружии, я вам еще раз повторюсь, устройство стреляет лучше, чем у вас будут стрелять штатные чоки. Просто зарядите штатный чок, возьмите единичку номер один в контейнере, 36 грамм, фетеровскую, ту же самую, как, к примеру, мы стреляем, попробуйте, и вы сами увидите результат. То есть с обычного турецкого оружия легко можно вот такие вот мишени создавать. И 0,35 грамм, опять же, 0,35 грамм, это очень крупная дробь. Здесь 88 дробин я насчитал. И тут просто чрезвычайно кучный бой. Прям чрезвычайно. С этим боем можно до 80 метров работать по гусю легко на 35 грамм. Но надо понимать, что если вы будете стрелять там 25 метров, то гусь будет просто взрываться, дымить так же, как дымят ваши тарелки, когда вы кучным боем стреляете на стенде. Потому что это очень серьезная нагрузка на предмет охоты. Тот же заяц, если вы центром боя попадете в зайца, это дробь номер 0. Это 5 плюс 5, так 13 дробин. Но сами понимаете, что зайца вывернет просто-напросто за эти 13 дробин налегке. И вы получите как бы, ну, то, что кулинарные качества гуся могут быть утрачены. Поэтому, если вы стреляете действительно на дальняк, вы берете суперлонг. Если стреляете ближе, то рассмотрите, вот мы будем еще отстреливать, там лонги, миды, клосы, там уже вы для себя все подберете. Идем дальше. Ну так вот, друзья, давайте сейчас стрельнем в левую 6,2 картечь, 40 грамм их там получается, да? В правую... Нет, 38 грамм. 38 грамм. В правую 8,5, 36 грамм. Вот. Погнали. Так, смотрите, вот 100% вам 6,2, вот в этом кругу. Ну, круг, наверное, 55, наверное, не больше. Да. И 100% вам 8,5, 9, вот здесь 9. И десятая, вот она, отошла немножко. И я вам говорю, что наши картечницы, тот бой картечный, который создаем мы, вам не сможет дать ни один американец. То есть... Вот вы просто с американцев постреляйте картечами. Да, они будут близко к этому, но тот стабильный бой и устройство, и универсальность самого устройства, ни у одного американца такого не будет. То есть наш суперлонг, к примеру, да, хоть на сверловку Mobile Choke, хоть на Benelli Crea Plus, хантеровский, вы сами знаете, что я его создаю именно в универсальном порядке. Чем меньше дробь, тем мы стреляем шире. Чем крупнее дробь, тем мы стреляем кучнее. Единичка 0, тому подтверждение, пятерка, тройка тоже. И когда же по картечи 6,2 и 8,5, еще на раз тому подтверждение. И вы сами видите то великолепие на узорах наших мишеней. И понимание есть, что просто это идеальный бой. То есть, ну, суперлонг, он очень универсальный, как дальнобойщика, как картечница. Ну это реально на 70-80 косуля ляжет. Просто суть в том, что если ее стрельнуть вот так вот в грудь, попасть на 35, а если ты еще поешь кишки, промажешь, к примеру, упреждение возьмешь мало, то там просто... Ну, разорвет ее. Ну, ее там просто мясо испортишь, потому что все, что в кишках было, все залетит. То есть это опять же к тому, что надо понимать, для чего берете то или иное устройство. Если вы стреляете 30+, то да, оно вам надо. Если вы стреляете 20-40, то нет, надо мид смотреть, либо лонг смотреть. В итоге на этом данный ролик заканчиваем. Все контакты для предзаказа данных дульных устройств на сверловку Беретта Optima HP в описании. Звоните, пишите, делайте предзаказы, уже осенью они будут. То есть к концу осени они уже будут в наличии.
правила. Да, они по большому счету, но вот к сентябрю, к середине сентября уже постараемся. Главное, чтобы вот поставки металла были своевременные. Ну, я с запасом беру. То, что в самое крайнее, вы осенью по-любому их уже получите. Поэтому, ну, друзья, на этом данный ролик мы заканчиваем. Пока. Всем спасибо за внимание. До свидания. Для доступа к Чок-Чок премиум переходим по ссылке в описании. Нажимаем на нее и переходим на наш платный канал на Boosty. Для доступа к видео нажимаем на кнопку регистрации или входа. Выбираем удобный способ войти через аккаунты предложенных площадок. Или по номеру телефона. Вводим свой номер и полученный смс-код подтверждения. Вводим любое имя и жмем «Завершить регистрацию». Теперь у вас есть аккаунт на Boosty, но видео пока недоступны. Для доступа к лекциям покупаем подписку. Нажимаем «Подписаться» и выбираем срок, на который хотим получить доступ к каналу. Нажимаем «Купить» и выбираем банковскую карту. Вводим данные, жмем «Оплатить» и подтверждаем платеж. Теперь вы можете смотреть наши обучающие ролики и еженедельно увеличивать свои знания и навыки.